Еще один крупный объект, который планируется закончить до конца этого года в Саратове – лыжный стадион на Пятой Дачной. Сейчас на строительной площадке идет монтаж блоков фундамента здания лыжной базы. Параллельно прокладывают коммуникации, систему водоснабжения и канализации, строят котельную. Сметная стоимость первого этапа строительства лыжного стадиона – 80 миллионов рублей. Планируется возвести трехэтажное здание с цокольным этажом. Оборудовать душевые, раздевалки, сауну, тренажеры, лыжехранилище. Губернатор призвал построить здесь круглогодичную трассу с искусственным освещением, которая сможет принимать соревнования всероссийского уровня. Надо смотреть, основное качество, абсолютно с спортсменами согласовывайте, чтобы не получилось так, что мы сделаем объект вот здесь, вот, в лесу, да, в хорошем месте, он будет не востребован, он должен быть функциональным, многофункциональным. И возможность питания, и самое главное, тренажерный зал, ну и, конечно, где спортсмены могли себя привести в порядок и выйти на трассу, и вернуться, соответственно, душевые и все остальное. Фундамент строители планируют закончить к 25 октября, а к середине декабря возвести стены и положить кровлю лыжной базы. В будущем поблизости планируют возвести и гостиницу.